вторую неделю наблюдаю национальную забаву русских революционеров – дележ шкуры неубитого Медведева. Одни говорят, что Путина надо сажать. Вторые говорят, что Путина не надо сажать. Пацаны, мне кажется, вы Путина забыли уведомить. А то он на том, что мы его тут сажаем, выпускаем. По-моему, нихуя не в курсе. Уведомление лучше всего вкладывать в бутылку с коктейлем Молотова. Говорят, быстрее доходит.